Всем привет, это проект «Конкуренция», Михаил Файкин со мной. Лучшие альфа-самцы Аджера, да. Вот этот человек, мужчина, в которого все влюбляются. Сегодня одна из них, а может и две. Так, вот эти девушки, по-моему, мне подходят. Друган, подержи телефон. Это исторический момент в их жизни, ведь сегодня они... Дружище, не бери телефон скорее, вот так, за пимпочку. Да. Девчонки, вы, возможно, мне подходите. Это тест. Вы не пройдете его, да. Хорошо, добавляйте в друзья, я вас протестирую там. Используйте. Вот они идут, да, вот это прекрасно. Они идут ко мне, да. Посмотрите, давай больше секса, бедрами шевели, молодец, да. Хорошо, эта улыбка мне нравится, она моя, ты моя, ты, возможно, мне подходишь для моего проекта, держи скорее, добавляй меня в друзья, я протестирую тебя, я уже тебя протестировал, но я буду тестировать тебя еще, это проект «Конкуренция», друзья, я тестирую все, что движется, Михаил Файкин, проект «Конкуренция», мы тестируем. Так, вот, возможно, вы мне подходите, да. Мне нравится, как вы идете, да, отличная походка. Держи, добавляй меня в друзья, я протестирую вас. Думайте обо мне. Хорошо, ребята, отлично, супер, да. Вот они, самцы, вот они идут. Посмотрите, как они идут. Вот они, да, пошли. Снимай. Вот, покажи еще раз эту секси-походку, да. Дружище, ты нам нужен на проект. Таких самцов надо, мы берем таких самцов. Вот, отлично, они уже одного взяли. Они уже отловили одного, эти. Осторожнее с ними. Осторожно, брат. Я не могу вот такое петь, я буду без лопа. Тестирую всех, я тестирую все, что... Ребята, вы отлично идете, мне очень нравится ваша серьезность и сексуальность. Прекрасно, проект «Конкуренция» завтра в 9 вечера. Ладно, вырубай, ты так снимаешь, блин? Как-то без души снимаешь.